Наша финалистка уже. Давайте не объяться, Дмитрий. Дмитрий? Да. Хорошо. Let's go, Rick. Let's go, let's go.
Okay, I can't. Штучки, которые получают наши победители и финалисты. Это пицца-бар Дакота, дайте шум. Парочка квест-румов, это клетка и икс-рум. Дайте шум. Кто не знает, это когда ты попадаешь в комнату и должен из нее выбраться за час. Очень крутая штука, реально, сам практикую очень часто. И также Дакава. Все знают, что это такой экстремальный отдых. Вот так вот. Ну что ж. А теперь мы, в принципе, можем определить победителя. Тебе вот ты уже знаешь, что надо делать, да? Сюда. Дайте шум для Насти, два финала, круто! Вот такие вот дела. Что ж, напомню, что первая номинация у нас был Hip Hop Rising Stars. И мы знаем людей, которые прошли в нем. Это Iron Max, Александр, Тёма и Саксана. Iron Max, какая такси, давайте побатлишься во втором полуфинале. Окей, Александр и Тёма. Александр и Тёма, первый полуфинал. Вот такие вот у нас Rising Stars. Ну что ж, народ, вы готовы? Нет, вы не готовы, не готовы. Нет. Что ж, второй раз, народ, вы готовы? Окей, диджей готов! Поехали! Пиццерия.